Меня зовут Шуня Балашова, мне 25 лет. Я родом из города Евпатория, Республика Крым. Я поступила в Академию имени Гнесиных и дважды ездила в Штаты учиться в Беркли колледж по направлению вокал. Сначала джазовый, а потом world music, музыка всего мира. Сегодня уникальный момент. Я впервые буду выступать одна, без своей группы, без ребят, которые обычно сопровождают меня на сцене. Очень волнительно. Я буду петь сольно. Ой, какая интересная. О, какая длинная коса. Ой, боже мой, май гад, смотри, да, смотри, какая у нее диафрагма. В жизни я достаточно суровый, достаточно строгий человек. Мне приходится управлять коллективом. И не всегда можно заметить, что внутри я нежная и любящая девчонка. И мне хотелось бы, чтобы на сцене сегодня, как и всегда, было видно это сочетание силы и женской слабости. И мне кажется, эта песня, которую я сегодня исполню, может показать это в полной мере. О, какие косы! Ой. Зачем им такие высокие каблуки надевают, а? Ну, некомфортно же. Здравствуйте, меня зовут Шуня Балашова. Во мне 149 сантиметров роста и 60 килограмм веса. И каждый раз, выходя на сцену, я хочу показать, что не обязательно быть супермоделью, чтобы иметь возможность показать, что внутри. Очень интересно. Я абсолютно не вижу, что в ней 140 сантиметров. Почему? Я обратил внимание на то, что она симпатичная девчонка. Обалденные длинные волосы. Зачем говорить о своем весе? У нее все хорошо. Образ вообще интересный. Очень интересный образ. Такая русская народная, вроде и в современности, да? Да. Фишка своя у нее есть. Да. Эти косы не забудут. Ой, слушайте, ну я, конечно, впечатлен, но мне кажется, что это не ее косы. Интересно, она будет вот так крутить головой? Ой, в городе моем? Да. В городе моем улицы пусты, дождь случайно льется с крыш, плачут за окном поздние цветы, я молчу и ты молчишь. В городе моем свет дрожит дневной, как душа моя дочь в дождь. Были мы вдвоем, а теперь со мной одиночество и ночь. Как же это все не преодолеть? Расставание маленькая смерть, расставание долгий путь к началу. Но смогу я этот путь пройти когда-нибудь? Где же? Голосов. Шуня Балашова исполнила нам замечательную песню, которую пела Жанна Агузарова. Она называется «В городе моем». Музыку написала Алла Пугачева, слова Илья Резник. Можно сказать, я кратко рассказал об истории песни. Ну что ж, Леночка. У нее, мне кажется, хороший очень диапазон. Если она возьмет другую песню и будет дальше в борьбе, мне кажется, она достигнет. Просто надо нижний регистр чуть-чуть его выстроить, и все. Что надо с нижним регистром сделать? Выстроить. Он у меня уже выстроился рядом с вами. Вы невероятно сегодня прекрасны. Merci. Да, но при этом, когда говорю комплимент вам одной, подразумеваю всегда двух. Вы же всегда в одинаковом. О, oh, yes. О, прекрасно. Рекламная пауза. Танечка, садитесь. Ну что ж, наконец-то я добрался до ядра стены, я бы так сказал. Да. Вы знаете, мне согласен с Еленой. В целом,
понравился ваш диапазон, ваш тембр. В данном случае просто не совсем вот песня, которая вам подходила. Но, тем не менее, я не могу не отметить ваш талант, ваши вокальные данные. Я не могу не встать, потому что я же с ушами, я же слышу. Да. Неужели? Да, представляешь? Нет, образ прекрасный, выступление получилось на четверочку такую, да, хотя вы можете на пятерку.